Кузьмич! А! Кто звал? Это я! Иди сюда! Че, Петрович? Дело есть! Да ятрить твою налево, а! Здорово, Кузьмич! Слушай, че за праздник-то у вас вчера был, а? Ты че, какой праздник-то? Ты о чем? Ну как же, весь вечер скакали, орали. Ты че, пил что ли, а, Петрович? Не было никакого праздника, нет! Что, похороны? Какие похороны к лешему? Это дед, идиот, улей с пчелами перевернул и понесет. Ага. Все? А, все. Ну, давай, пока. Ага. И это только два раза в неделю, доктор. Но у меня есть еще одна проблема. Я забыл, как она называется. Не сосредоточьтесь. Ну что, ну, преждевременное семяизвержение, отсутствие эрекции. Как это в простонародье? Не стоят? Пардон. Нет, доктор. Как называется, вот если у меня с женой за ночь... 16 раз. Как это называется? Вранье. Вранье это называется. Дорогой. Дорогой. Отвлекись ты хоть на минутку от своих потных мужиков. Что? У тебя были потные мужики? Где? Когда? Так в чем дело? Напомни, пожалуйста, чтобы я завтра сдала кровь натощак. Как пить кровь натощак? Так это она не забывает. А как сдать? Это и напомни. О! Красавелочка, а? Светуля! Катю, привет! Мама! Ну, слушай, хорошо, что ты здесь. Я просто очень хотела с тобой посоветоваться. У меня тут проблемка одна с моим благоверным. Да что, опять с ним проблема? Что он налево ходит? Слушай, не знаю, куда он ходит, там направо или налево, но домой каждый вечер очень поздно возвращается. Я уж не знаю, как его приучить вовремя домой приходить, никуда не сворачивать. А я вот своего приучила. Да ладно? Приходить. Да. Это как? Ну вот приходит он в очередной раз за полночь, а я ему из спальни такая кричу. Вася, это ты? А он Коля. Вы что, обнаглели совсем? Миша, привет. Привет, Гриша. Миша, ты все неправильно. А ты вообще замолкни. Миша. А ты, Гриша, следуй за мной. Так, старичок, дело не пойдет. Давай разрубим этот узел. Миша, понимаешь, в чем дело просто? Миша! Я сейчас выстрелю. Миша, это пугач. Угу. Я выстрелю в воздух два раза. Угу. Мы типа того упадем. Угу. Кому жена,
первому подбежит, с тем она и останется. Договорились? Ну, давай. Андрей, вылезай из шкафа. Да что? Да эти идиоты перестреляли друг друга. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Нам необходим номер на 5 минут. Простите, это невозможно. Поверьте мне, это возможно. Всего доброго. За нас. Давай, давай, за нас, за нас, за нас. За нас. Нас. За нас. А я знаю, зачем ты сегодня меня пригласил в ресторан. Зачем? Ты хочешь сделать мне предложение. Стесняешься, поэтому медлишь, да? А ты не стесняйся, милый. Я согласна? Да? Да? У нас с тобой будет большая красивая свадьба. 100 человек народу. И на машину мы посадим не одну, а целых 3 куклы. Да? Да. А почему 3? Потому что у нас с тобой будет 3 детей. Да. Да. Васенька, Мариночка и Коленька. Да. Да. Откуда ты знаешь? А потому что они сейчас живут у моей мамы. Да. Да. Ты согласен? Да. Какой же ты, подлец! Как же ты! Мои лучшие годы, молодость моя вся отдана тебе, а ты... Я... Не, ну, Полин, я... Я... Дай мне денег, я уезжаю к маме. На. Просто я хотел сказать... А на обратный билет? Где? Жора, берите билет. Берите билет. Жора, так не пойдет. Вот скажите мне, пожалуйста, что такое экзамен? Это беседа 2 умных людей. Вот. А если один из них идиот? То второй не получит стипендию. Пошел вон!
Слушай, ну эта пятница просто сумасшедшая. Наконец-то. А суббота будет, а? Ну, я уже не думаю про воскресенье, что-то сказать. Слушай, а сразу. Понедельник? Не-не, вторник. Не, понедельник нас еще спасет. Среда. Слушай, Петрович. А? А ты че сегодня весь какой-то не на месте? Че тебя гнетет? Знаешь, тремор душевный такой. Короче, я вчера, значит, домой прихожу. Ну, после работы. Зашел в комнату, открываю шкаф. А у меня там голый мужик. Ну, это и не удивительно. В смысле, ничего удивительного, Иваныч, ты что? Я же не женат. Мама, а правда, что все люди произошли от обезьян? О-о-о, ну-ка повернись. Правда. И я. И ты. И ты. И я. А у тебя фотографии остались? Серега! Это как ты Новый год-то провел, а? Да? Как подарки? Это все, что ты себя жене подарил, да? Нет. А что, теща? Ты дурак, да? А как же тогда? Я себя под елку положил. А, ну так это же нормально, это традиция. Какая традиция? Елка в лесу. Ой, все, пойдем, дорогой, пойдем. У меня тут девушка по рецептику, пожалуйста, лекарства. Вот посмотрите вот. Бабуль, я проскочил. Очередь! Но мне очень срочно, у меня женщина лежит, ну! Там авария, машина сбила. Вам перевязочный или нитроглицерин? Нет, мне презерватив. 3. Нет, значит, по рецептику тут 3 лекарства. Посмотрите, пожалуйста. Висит 2 полотенца. Одно буковка М, а другое Ж. Я вытрулась Ж. Ведь М это для мужчин. Почему? М это для морды. Добрый вечер. Добрый вечер. Я смотрю, вы в костюме, в рубашке, в галстуке. У вас сегодня праздник какой-то? Да, ну, любой день, проведенный без любимой жены и тещи, знаете ли, всегда праздник. Да, вы правы. А вот галстук у вас как-то
неаккуратно завязан. Да, да, черт с ним, я, знаете ли, всю свою жизнь не, так и не научился завязывать. Ну, вот получается, как есть. А вы умеете завязывать? Да, да. Mm-hmm. Хотите, я вам завяжу? Ну, а что? Ну, сделать одолжение. А то, правда, как-то... Только вам для этого нужно будет прилечь. В смысле, прилечь, а что, по-другому нельзя? А понимаете, я в морге работаю. По-другому не умею. Ой, смотри, какая елка! Ух ты! Ой, вообще, просто сказочная. Дедушка. Снежок такой, да. Чудный вечер. Ты чего? А чего? А чего? Не, ну а чего? Просто сказки хочется. Слушай, тут как раз мой дом. Может быть, зайдем, кофе попьем, согреемся, а? Я кофе на ночь не пью. Да? Ну, пожалуйста. У меня просто уже полгода кофе не было. Кабан! Привет, брат! Не-не, я в порядке, да. Не, пещай, понимаешь? Чё тут море, тёлочки, морепродукты, вкусняшечки. Надоело, брат, правда. Не, хочется, брат, знаешь, хочется сказки, хочется чудес, хочется, знаешь, вот... Чтобы мечта какая-то сбылась, понимаешь? Опаньки! Чудеса-то сбываются, походу, братка. Полежи в кармане, а повеси ее. Не вискарь! Слышь, братуха, вылез по трём. Джин, Джинна! Ну, ты слышь, а? Всё, сейчас с тобой мы разберёмся, значит, это, по-сказочному. Сейчас я тебе... За колбашу. Мужик! Чё, кто зовёт, ну? Голос где, на? Слышь, дебил, пробку вынь. Доктор, я в вашей травме, ну, просто заблудилась. Я еле вас нашла. А вы Парамонова после ДТП? Да? Присаживайтесь на осмотр, пожалуйста. Доктор! Доктор! А? Скажите, пожалуйста, а как там мой пассажир? Ваш пассажир в крайне тяжелом состоянии. У него обширный инфаркт, переломы. Да? Да. Доктор!
Скажите, пожалуйста, а я могу с ним поговорить? Это невозможно. Если вы хотите ему что-нибудь сказать, скажите мне. Я ему передам. Да? Да. Доктор, вы не могли бы у него спросить? А я на права-то сдала? Литка, гадать-то будешь, скоро святки. Ой, не, нагадалась уже. Зря, гадания-то сбываются. Ой. Наташку помнишь? С почты, что ли? Ну, она в прошлом году загадала выйти замуж. Угу. Ну, выбегает в святки на улицу, чтобы спросить у первого встречного имя суженого. Ну. А там мужик, на бровях, что делать, спрашивать-то надо. Она ему говорит: соколик, знать-то тебя как? А он ей: прысь. И чё? А, летом вышла замуж. Говорит, самое частое, что я от мужа слышу, это брысь. Ну да. Вот то-то и оно, Зинка, что все сбывается. Я в прошлой святке гадала. Капала воском свечи воду. Вот только у меня получилось это. Что-то вроде мужского достоинства. Да хорошо же. Ну так же я думала, что неплохо. Думала, мужика себе найду хорошего, крепкого. А нет. Просто год был хреновый. Ой.